китайские кулинары испекли огромный тыквенный пирог, почти 1000 килограмм, и в диаметре 4 метра, в надежде попасть в книгу рекорда Гиннесса. Процесс замешивания и выпечки теста происходил на главной площади города Чаньша в провинции Хунань при участии 40 кондитеров. Однако для приготовления такого массивного десерта их усилий оказалось недостаточно. Для перемешивания ингредиентов понадобилась помощь большой техники. Тесто замешивали ковшами двух экскаваторов. Организаторы мероприятия утверждают, что они приготовили самый большой пирог в мире из китайской тыквы, побив предыдущий рекорд – пирог весом в 680 килограмм. На сегодня все. Надеюсь, вам видео понравилось. Спасибо за просмотр. В предыдущем видео я рассказывал о самой большой пицце в мире. Ссылочку оставлю в описании. Всем пока!